Очередную точку по продаже опасного никотинового суррогата, так называемого снюса, закрыли в Махачкале. Сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого выявили пункт продажи сосательного табака. Он расположился напротив госпиталя ветеранов на улице Магомеда Гаджиева. В неприметном месте, без рекламных вывесок и указателей, двое молодых людей реализовывали запрещенную продукцию. По их словам, о вреде снюса они якобы не знали, но на просьбу попробовать самим ответили категорическим отказом. Не жуют ее. А что с ней делают? Ее ставят между десной, верхней щекой и губой. Вот эту подушку, да? Да. Ну она поставь. Не буду я ее ставить, потому что не хочу. Почему? Не хочу. А почему другим тогда продаешь? За эту неделю это уже не первая прикрытая лавка, говорят полицейские. Борьба со снюсом в городе продолжается, продукция изымается и отправляется на экспертизу. Главная цель – прекратить его продажу на территории всей республики. Этот никотин, значит, он наносит огромный вред, значит, подростковому поколению. В основном его употребляют молодые люди в возрасте там от 12 до 18 лет в основном. Эта работа сейчас будет продолжена на регулярной основе, пока мы полностью из города не выдавим эти жевательные, значит, вредные табачные изделия, которые мы видим сегодня из нашего города. Сколько мы не говорим о том, что он запрещен с 2015 года, закон 456 федеральный, люди все равно продают. И хочется сказать, люди, перестаньте травить нашу молодежь. Ну сколько же можно это делать?